Да. Кстати говоря, вышло обновление. Новое обновление он поиграл. Наконец-то я уже заждался. Это было так долго. Сюда добавили лупу, что я первым делом заметил, конечно, случайно. Так а что тут еще добавили? О, тут шестеренки не было. Зафризим. Думаю, причинит бол. Ну, понятно. Спайдермен, Спайдермен, Спайдермен. Ну, короче, я много просмотров вещей там просмотрелся на ютубе и понял одну. Я не один. Ну, ладно. Нам надо что-то длинное, длинное. Вот такое вот уже. Теперь зафризить. И берем вот эти два вот этих колеса. Зацепляем. Как же без этого? Да, это уже прям people playground. Я впервые такое вижу. Кстати, это 9.1. Да, самая новая версия. О май гад. О май гад. Теперь же мы берем вот этот металл рот. Не знаю, как правильно назвать. У меня проблемы с английским языком. Давайте создадим точку. Нормально. Да вот педальку. Провод. Как я узнал, что это провод? Совпадение или же реальность? Если бы... Правильно. Блин. Так. Самое сложное и ужасное для меня это рекламы. Поэтому я постоянно при съемках выключаю интернет, но иногда интернет долго загружается и вот почему долго роликов нет. Главное не разбить. А то это будет фейл. Вот так вот. У нас что-то не то получается. В крайней мере, с шириной вот этой. Вот штуки. Ну, уже что-то похожее на уже. Может, вообще стул поставить? Нет. Это что-то маленькое.
невезуха. Ну, наконец-то. 2 часа труда. И все назмом. Я признал свое поражение. Ну, хотя бы так вот. А, стой, 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 я на такое не договорил. Представим то, что это бандит, который уже ограбил банк. Блин. И он выехал такой. И видит блокпост. Да я не могу взять. Такая вот вещь будет. Типа, а там должен блокпост. Он на фейсбуке уезжает. Эй! Что за? Такое я впервые вижу. Объясните мне это. Хоть как-нибудь. Ну. Все мне объяснили, оказывается, это все очень просто. Все, восстановляем картину. Ровно стекло. Вот это вот удаляем. А, за мной же выехали. Тут вот типа ходили пешеходы такие вот. Это что там за звуки? Тут были все персонажи этой игры. Он так идеально остановился. Нужно еще и второе колесо на всякий случай добавить. Вон это чем быстрее стал. Ну а тем временем наш супергерой встал. Ака, яу, яу. Я пип, ау. И достал свое ружье. То есть автомат. Вот. О, их ты не задел. Да как?
Я придумал. Что-то бочки слишком толстыми стали. Не думал, что это настолько опасно будет. О мой год. Останавливаю педали. Да как, блин? Крыл.
садись нормально. Мы забрали одну улицу. Да, так это будет выглядеть, если он перевернется. До конца. Как-то странно это выглядит. Его ровно напополам разрезало. С ног до головы. Как летали, ходили. Да, вот такая у нас тачка и получилась.